Ремонт трещин. Дорожный асфальт – это покрытие, которое подвержено большим нагрузкам, из-за чего на нем часто образуются дефекты. И вот несколько вариантов устранения повреждения асфальта. Первый – это заливка модифицированного полимерами асфальта горячим методом. С помощью него заполняются широкие трещины и выбоины, тем самым предотвращается попадание воды и мусора, а также восстанавливается качество дорожного покрытия. Второй вариант – это заливка специальным герметиком, который может наноситься как чашечным, так и скребковым методом. Такие герметики эластичны и при правильной укладке образуют долговечную термическую связь с асфальтом. После ее нанесения асфальт также защищен от попадания различных веществ, которые могут как-либо навредить покрытию. Есть еще один вариант. Это устранение дефектов покрытия с помощью средства, состоящего из асфальтовой эмульсии и эластичных полимеров. Это средство помогает там, где обычные герметики не справляются. Оно легко наносится и разглаживается с помощью скребка, да еще и не нуждается в высоких температурах. Главное, чтобы температура окружающей среды была более 10 градусов по Цельсию. Ремонт асфальта перечисленными методами доставляет самое настоящее эстетическое удовольствие. Просто посмотрите, как плавно заполняются трещины и как последовательно восстанавливается дорожное покрытие. Текстурирование бетона. Вам наверняка приходилось видеть, как по недавно залитому и еще не застывшему бетону водят каким-то интересным приспособлением, похожим на валик. Таким образом, утрамбовывают и равняют его поверхность. Но еще с помощью такого приспособления можно придавать бетону текстуру. Так, например, можно имитировать кирпичную кладку. Это делается скорее в декоративных целях, и бетон выглядит определенно интереснее, чем обычная ровная поверхность. Плюс такой метод дешевле, чем настоящая кирпичная кладка, что явно понравится экономным людям. Можно также просто сделать текстуру неровной. Причем такая неаккуратность покрытия нужна не всегда, а только в декоративных целях. Часто бетон делают таким для того, чтобы при затвердевании он не стал скользким. Особенно это полезно в местах, которые подвержены воздействию воды. К примеру, такое текстурирование делается на подъездных путях или открытых пешеходных дорожках, чтобы уменьшить риск человека поскользнуться и упасть. Такой процесс очень приятен глазу. Кажется, можно бесконечно смотреть на то, как ровная поверхность приобретает определенную текстуру. Вообще, существует большое число подобных инструментов, с помощью которых можно придавать разную текстуру бетону. Есть даже роллер, который имитирует коралл, что выглядит весьма необычно. Выравнивание канавы. Этот бордюрный каток был изготовлен на заказ специально для проекта по выкладыванию бетоном канавы около дороги, находящейся рядом с международным аэропортом Канзас-Сити. Каток имеет ширину 7,3 метра, а диаметр его барабана 132 сантиметра. Такие габариты — это необходимые размеры для идеальной работы в определенной канаве, которая специально измерялась перед созданием катка. По итогу, использование этого катка позволило существенно сократить затраты на оплату рабочей силы и затраты времени. Так, трудозатраты составили 24 тысячи долларов по сравнению со стандартными 60 тысячами, которые тратятся в среднем в похожих проектах. А экономия времени вообще поражает воображение. Целых 720 часов. Но не только экономность является плюсом катка. Просто посмотрите на то, как он размеренно превращает неаккуратную канаву, мешавшую находящейся рядом дороге, в аккуратную бетонную поверхность, на которую приятно смотреть. Помимо этого массивного катка, существует множество разных подобных приспособлений, которые доставляют эстетическое удовольствие, когда смотришь на их работу. Изоляция с помощью пены. Напыление пены с открытыми порами – это эффективный способ изоляции. Такая пена широко используется для изоляции в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Она пригодится на крышах, в стенах, полах и множестве других мест для теплоизоляции и повышения энергоэффективности. Особенностью работы с такой пеной является то, что она остается открытой после нанесения, поэтому она является более мягким и гибким материалом. При этом она менее плотная и имеет меньшее значение показателя сопротивления тепловому потоку. Интересно и
то, как пена расширяется сразу после нанесения, благодаря чему с помощью такого материала могут изолироваться даже самые труднодоступные места. Самым приятным в работе с пеной, пожалуй, является как раз ее расширение. Буквально за секунды то, что было неприглядной массой, превращается в массивное облако. Ремонт асфальта. Работы с асфальтом включают в себя не только устранение дефектов, но и его уплотнение и восстановление. Осуществляется работа по уплотнению и восстановлению асфальтового покрытия с помощью различных материалов. Но самый лучший вариант – это материал, который содержит полимеры для гибкости и мраморную крошку для прочности. При этом такой материал придает структуру, в отличие от обычных герметиков. С помощью такого материала асфальт изолируется от внешнего воздействия, увеличивается его устойчивость к скольжению, а также повышается его структура. Прочность. При этом покрытие с полимерами и мраморной крошкой химически устойчивое к таянию льда, что позволяет использовать его во всех возможных условиях. Наносится такое покрытие очень просто. Нужно вылить его на асфальт и распределить с помощью любого инструмента, схожего по принципу действия со шпателем. И вообще, процесс выглядит весьма приятно, так что любители эстетики будут явно расстроены, когда закончат работу. Покрытие пола эпоксидной смолой. Нанесение на пол эпоксидной смолы – это самое настоящее искусство и потрясающее зрелище. Но не только в этом кроются плюсы этого материала. Использование эпоксидной смолы для покрытия какой-либо поверхности – это эффективный способ изоляции, предотвращения образования коррозии и ржавчины на металлических поверхностях, защиты древесины от гниения или заражения насекомыми. Плюс ко всему, с помощью эпоксидной смолы можно создавать водонепроницаемые барьеры вокруг окон, дверей и других мест входа в здание. Но все же самое выделяющееся – это то, насколько красивым можно сделать пол, использовав покрытие из эпоксидной смолы. Выливаете на пол материал разного цвета, и у вас получается красивый узор, от которого невозможно отвести взгляд. Если же нет желания делать какие-либо рисунки, то можно сделать покрытие одноцветным, при этом оно будет выглядеть так же потрясающе. Можно даже сделать пол похожим на водную гладь. Да и сам процесс распределения эпоксидной смолы – это занятие, которое определенно затягивает. Представляете? Себя самым настоящим человеком искусства, создающим шедевр. Но у эпоксидной смолы есть и конкурент – покрытие из полиуретана. Основное отличие заключается в том, что покрытие из эпоксидной смолы выдерживает умеренные температуры, а покрытие из полиуретана – высокие. Но если смотреть на эстетику покрытия, то полиуретановое явно проигрывает эпоксидному. Когда все работы закончены, остаются пустые ведра, которые хочется поскорее выбросить. Но не торопитесь, потому что из пустых ведер тоже можно создавать нечто интересное. Как, например, вот эта скульптура, возведенная в Виннипеге. Почему бы не попробовать сделать что-то подобное самостоятельно? Создание кирпичей. Создание кирпичей и других строительных блоков – это чаще всего полностью автоматизированный процесс. Но в небольших проектах или при отсутствии необходимого оборудования используются приспособления для их ручного изготовления. Механизм работы таких инструментов прост. В форму засыпается материал, из которого должен быть выполнен строительный блок, а затем материал утрамбовывается и приобретает товарный вид. Для создания строительных блоков в подавляющем числе случаев используется цемент. Это дешево и надежно. С помощью некоторых таких приспособлений можно делать до 1000 блоков в день, что, конечно же, зависит от физических возможностей работника. Создать огромное количество блоков для строительства каких-то больших зданий по типу фабрик и ангаров вряд ли получится. Ну или для этого придется привлечь большое число рабочих. Смотреть на то, как из бесформенного цемента создается аккуратный блок, это действительно интересно. Также интересно наблюдать за тем, как постепенно появляется блок за блоком, которые по итогу выстраиваются в прямую линию. А если еще и осознавать то, что из этих блоков потом будет возведена какая-то конструкция, такой труд становится особенно ценным. Создание покрытия.
Соединять блоки с помощью специальных растворов – это довольно удобный способ превращения разрозненных отдельных блоков из какого-либо материала в одно целое. Так, для этого, например, есть вязкий эластичный раствор, изготовленный из пластика и каучука. Он используется для соединения блоков покрытия, по которому перемещается средний или тяжелый автотранспорт. Этот раствор водонепроницаемый, самоуплотняющийся и водоэмульгируемый, что превращает его в идеальное средство сцепления. Существует и другой подобный раствор, но сделанный уже на основе смолы. Он также самоуплотняется и является водоэмульгируемым. При этом он устойчив к воздействию муравьев, сорняков, мороза, антиобледенительной соли и безопасен для мойки под давлением. В чем вообще удобство таких растворов? При их использовании для соединения блоков не нужно промазывать каждый блок отдельно. Просто выливаешь раствор, и он самостоятельно заполняет пустоты, а затем уплотняется. Нужно лишь убрать остатки. При этом процесс проникновения этого раствора в пространство между блоками – это просто залипательно. Шлифовка штукатурки. Это очень важная работа и заключительный этап в процессе отделки стен или потолка. Для этого используется специальный инструмент – машинка для отделки. Существует большое количество вариаций этого приспособления, но все они имеют похожую деталь – крутящийся диск, который и шлифует штукатурку, придавая ей окончательный гладкий и ровный вид. Сам процесс является очень приятным, так как для него характерны плавность, последовательность и преображение поверхности. Нанесение разметки. Ручное нанесение дорожной разметки – это прошлый век. Сегодня все это делается с помощью специальных машин, для которых человек нужен лишь для того, чтобы задать направление движения и нанесение краски на дорогу и вовремя начать распыление. Использование таких машин – это повышение качества дорожной разметки, так как с помощью них краска наносится равномерно, да и намного быстрее. Причем стоит отметить, что правильное нанесение разметки, например, на парковке, приводит к тому, что у асфальта элементарно продлевается срок службы. Происходит это из-за того, что посредством разметки получается правильно распределить транспортные средства на определенной площади, тем самым нет мест, испытывающих слишком большую нагрузку. А что уж говорить о нанесении разметки на магистрали. Там это делать необходимо максимально внимательно, потому что от качества и от того, насколько правильно она нанесена, зависят жизни людей. Но за всей серьезностью процесса нанесения разметки скрывается его медитативность. Берешься за специальную машину, включаешь расслабляющую музыку, а затем просто медленно идешь в необходимом направлении, наблюдая, как появляется ровнейшая линия разметки. Создание кровли. Создание кровли с помощью огня и рулонного материала выглядит как что-то не особо привычное, но на самом деле это довольно известный метод строительных работ. При таком способе необходимо взять рулоны, состоящие из мембран, армированных полиэстером и имеющие встроенный битумный слой, а затем воздействовать на них посредством термической сварки прямым пламенем. Когда слои достигают нужной температуры, создается водонепроницаемое уплотнение. При этом такая кровля проста в установке, не требует большого числа оборудования и существенных трудозатрат, а также не выделяет никаких неприятных запахов. Сам процесс не выглядит как-то особенно приятно, скорее отдает экстримам, но наблюдать за ним невероятно интересно. Покраска крыши. Это довольно-таки обычное, ничем не выделяющееся занятие, которое необходимо как в случаях, когда крыша совсем новая и необходимо придать ей желаемый окрас, так и в случаях, когда необходимо освежить уже старую крышу. При этом не нужны никакие кисточки, так как есть специальные пистолеты для покраски. Направляем его на нужное место и наблюдаем за изменением цвета крыши. Этот процесс хоть и не удивителен, но вполне приятный за счет своей плавности и размеренности. Да и вообще довольно интересно наблюдать за постепенным изменением цвета поверхности. Работа на токарном станке.
Работа на токарном станке – это скучно и монотонно? Скорее да, чем нет, особенно для людей, которые занимаются этим изо дня в день. Но для человека, которому такого рода работа в новинку, токарная обработка может быть очень интересной. Так, например, выглядит процесс округления бруска. Плавность и гипнотизирующее преобразование – вот что можно сказать про работу на таком станке. Удивительно, как работники этой отрасли не засыпают во время такого расслабляющего занятия.